Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова, и сегодня я вам хочу показать одну классную фишку, которая есть на сайте компании Oriflame. Вот когда вы заходите в личный кабинет, вот я сейчас нахожусь в личном кабинете, то у нас вот здесь вот есть лупа, смотрите, лупа, и мы можем найти любой продукт, который хотим, который нам нужен. То есть, например, я знаю, что продукт называется двухфазная, сейчас напечатаю двухфазная, да, вот есть масло, двухфазный пилинг, да что-то выскакивает эта подсказка. Я нажимаю на продукт двухфазный пилинг, вот мне про него нужно найти информацию, как им пользоваться и так далее. Где это находить? Вот прям все есть на сайте. Смотрите, есть описание чуть ниже под продуктом, мы нажимаем подробнее, читаем описание. Есть как пользоваться, нажимаем подробнее, читаем внимательно, как пользоваться. Кстати, эту инструкцию можно копировать и отправлять своим клиентам. Если вы не знаете, как правильно применять или забыли, то вот можете использовать вот этот сайт. Что еще самое интересное, здесь есть ингредиенты, есть подробнее, есть чуть ниже, похожие продукты, отзывы. Вот, мы нажимаем отзывы и читаем отзывы об этом продукте. То есть все, что здесь написано, мы можем прочитать, чтобы понять, подходит, не подходит, нужен продукт, хороший или плохой. И самое интересное, что можно еще написать отзыв. Вот здесь, смотрите, если вы продукт, например, попробовали, и у вас есть о нем какое-то впечатление, вы нажимаете написать обзор, ждете, когда все подгрузится. И вот здесь вот пишите заголовок обзора, ваш обзор. Здесь можно вложить фотографию, например, ваших результатов или что произошло. Далее нажимаете «Добавить продукты», чуть ниже заполняете свои данные и нажимаете «Я прочитала» и «Предпросмотр». Вам пришлют на почту электронное письмо, что ваша заявка, там, ваш обзор рассмотрен, одобрен, например, и уже он будет здесь, вот в общих обзорах, потому что, ребят, это важно. Важно делиться своими впечатлениями о продуктах, потому что если вы поделитесь, да, кому-то этот отзыв ваш, обзор будет очень-очень полезный, поэтому смело пишите свои обзоры, отзывы, и будем друг другу таким образом быть еще более полезными. Надеюсь, это видео вам тоже полезное, может, для кого-то это прям я открыла Америку, да, и вы не знали, где и что посмотреть, вот теперь вы все знаете и можете еще и быть более полезными. Все, пока-пока, до встречи!